Жители Чувашии стали больше обращаться за госуслугами. В органы внутренних дел поступило почти 17 тысяч электронных обращений. Сотрудники МВД по Чувашии провели горячую телефонную линию по вопросам предоставления государственных услуг. Обратиться в МВД, записаться на техосмотр автомобиля, оформить лицензию на охотничье оружие или заказать паспорт – все это можно сделать через единый портал госуслуг. МВД Чувашии перевело в электронный формат более 30 своих услуг. В полиции отмечают, очереди сократились в разы. Немало поступило и телефонных запросов. Наиболее часто звонившие интересовались получением справки о судимости, порядком оформления загранпаспорта и заменой водительского удостоверения.